Добрый день, наши уважаемые друзья! Очередной раз погода радует нас солнечным прекрасным деньком. И мы, конечно, с нашими подопечными вышли насладиться солнечной погодой, погулять, поиграть. В общем, все как обычно. С нами Филармон, Филечка и еще пару собачек где-то гуляют. У нас второй бархатный сезон начался. Ой, прыгай, прыгай, молодец, как на ножках стоит умело. Надо вкусняшки в бутылку насыпать. Вы опоздали, Гошка пришел, все вкусняшки полопал. Не обижай его, не хватай, видишь, не хочет. Залазь, Марусь, на лестницу. Ой, ой, Джонька, как ты, он любит этих собак. Бегает их, обнимает, так и сверху напрыгивает. Вот, красавчик наш. Залазь выше. Молодец. Маруська стала такая активная с ним. И она начала прыгать. Бегать везде. А когда такая погодка благодатная, им и хочется двигаться, хочется играться, наслаждаться моментом. А когда погода такая пасмурная, унылая, и у них настроение такое же. Ничего не хочется. Сидят в окошко, смотрят. Ухаживают за собой только, знаете, позевывают. Стоит только солнышку выйти, сразу же энергии столько, сразу же забава, сразу же эмоции проявляются в большей степени по хорошей погоде. Ну и настроение, соответственно, улучшается. Я, если честно, думал, уже не будет такой теплой погоды. А оно все теплее и теплее, друзья. Джонни освоился уже 100% по полной программе. Он бегает, он все углы знает уже, все места знает. Ну, молодец. Кто там? А, собака? Вон, друзья, реакция на собаку. Вон, большущая собака черная, видите? Вон, побежала. Джонька там что-то на нее возмущался. Кто там, собачка, да, Джоня? Чужая, да, не наша собачка? Ой, не наша. Вот это ты пюре ты делаешь, Джонь. У гимнастов только учиться у обезьян надо. В замедленных кадрах просматривать, как они прыгают, как они цепляются, как они центр тяжести ловко меняют, балансируя. Хвост и хвостиком и весь помогают. У них идеальное тело для прыжков, для лазания. Да, рука-нога моя. Маленькая. Ой, ну конечно, ну как же, Марусе надо пройти тоже по периметру, проверить все дела, забор ли на месте или нет. А Джоня бегает прям по этому забору. Ой, скоро это, жители поймут, когда вы будете выходить гулять. По режиму же у нас все. Днем, вечером прогулки. И будут собираться смотреть, как вы здесь гуляете. Марусь. Так, ну-ка давай на свою территорию быстро. Быстро-быстро на свою территорию. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Быстрее на территорию, на свою. К дереву. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай. Там, друзья, тот угол опасный чем? Там растет рядом дерево на соседнем участке. Я боюсь, что они
знаете, с забора на дерево начнут прыгать, а мне этого допустить нельзя. Максимальная граница прогулки — это по забору. Вот здесь. И чтоб никаких там прыжков на соседние деревья, на соседний участок вообще не было. Ой, красота какая, да, Марусь? Ух, и Джонька акробат. Слазь, Марусь, давай, слазь, слазь. Ты слезешь, и он слезет. Оп. Так перепрыгивает через нее или перелазит забавно. На заборе удобно, да, Марусь? Ну, нам повезло. Нам, у нас пока нет соседей. Ни с одной, ни с другой стороны. Ну, когда построится, когда будет, через участок он соседи. Тогда что-нибудь придумаем, если не понравится соседям, что вы гуляете по забору. Тогда папке придется что-то придумывать. Ну, тогда не будем гулять по забору. Пока есть возможность, да, малыши мои, будем прогуливаться. Наслаждаться таким моментом. Не будет момента, не будем наслаждаться. Да, Филюш? Сладенький мой мальчиш. Марусь! А, ой, 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 ой. Марусь, попрыгусь. Слазь, слазь, слазь. Если хочешь, слазь, слазь. И Джонька тоже за тобой побежит. О, я ж знаю все эти моменты ваши. Ищите этот инжир, кушайте. Инжир, Марусь. О, они снова на забор. С забора на забор. Бибизяки мои. А они ж себя показать. Вон там люди приходят по дороге. Им же надо себя показать. Куда? Ну-ка назад быстро. Ты что? Давай, давай. Друзья мои, не волнуйтесь. Никуда они не убегут. Никуда они не перепрыгнут. Не пишите, не переживайте. Я уже все проверил. Все, ни один, ни два, ни три раза. Никуда они не убегут, это 100%. Вот, они поняли, что это наша территория, то чужая территория. Все. А обезьяны, они строго знают границы своей территории. И это у них, как говорится, табу. Ой, туда-сюда. Ну, им нравится, конечно, прогуливаться. Все видно замечательно, да, Марусь? Ну, они все равно любят. Прогуляются и возвращаются вот к этому своему дереву родному, которое вот на границе растет забора. И здесь уже наблюдают за всем. Прых и вперед. Маруська б спрыгнула, и этот следом тут же. Такие прыжки совершают классные. О, сейчас фотографию такую на этом фоне неба сделаю. Сегодня подольше погуляем, раз погода позволяет. Пусть наслаждаются, а то задождит. Уже такой радости не будет, Марусь. Давай, прыжочек. И прыжок. Ну, это так. Так себе. Этот
Господи, Филя хотел назвать Джоника. Джонька, прыгай к матери, сейчас сфотографирую вас. Понравилось, да, Марусенька? Ну, такие, друзья, дела у нас. Все у нас прекрасно, хорошо. Чего и вам желаем. Всего доброго, всего настоящего. До новых замечательных встреч. Пока-пока.